Всем привет! Вы на канале О Комикс, и сегодня у нас распаковка фигурки. Заказал я ее с магазина Озон. Фигурка эта просто шикарная, давно я себе ее хотел. Заказал я ее себе в пакете, не в коробке, потому что в коробке она стоит дороже. Коробку придется резать, и все равно она выкинется, эта коробка, она не нужна. Так что вот в пакете заказал, намного дешевле. Ссылочку оставлю в описании, где я заказал, и на сам товар. И плюс еще 300 баллов, не забывайте, можно активировать по моему промокоду. Так, и фигурка это у нас God of War, бог войны, Кратос. Фигурка 18 сантиметров. С фигуркой идет у нас топорик и дубина Кратоса. Вот они в пакетике у меня лежат. А, еще плюс рог, который там можно трубить. God of War – серия компьютерных игр, основанная на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем всех игр серии является спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам. Основные игры серии разработаны студией Santa Monica Studio, которая является калифорнийским отделом компании. Дебют серии God of War состоялся в марте 2005 года, когда для консоли PlayStation 2 вышла первая игра серии God of War. Фигурка просто шикарная. Вот теперь я ее поставлю рядом с играми, чтобы он их охранял. Наш бог войны Кратос. Шикарная игрушка. Жду продолжения этой части. Когда вы, не знаю, Рагнарёк, ну, обещали в следующем году. По факту могут и отложить или продлить саму игру. Посмотрим. Ну, в следующем году жду очень сильно эту игру Горизонт. Вот Горизонт Zero Dawn я отыграл. Мне очень понравился открытый мир. Вот теперь жду новой части. Посмотрим, что получится. Итак, фигурка шикарная. Всем советую к приобретению, кто коллекционирует фигурки. А на сегодня всем пока. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ставил лайкосики и подписывался ко мне на канал. Всем огромное спасибо. Всем пока.